Утро понедельника не всегда доброе, особенно если по дороге на работу встретить судебных приставов и сотрудников ГИБДД одновременно. Совместный рейд двух ведомств проходил на улице второй лагерной в районе дома 55. Проверяли, оплачивают ли в срок водители административные штрафы. За 2015 год сотрудниками дорожно-патрульной службы было составлено чуть менее 10 тысяч административных материалов. 252 из них как раз по неуплате штрафов в сроки. Из 252 материалов в отношении 11 водителей принято решение об их административном аресте, в отношении 34 водителей об их об увеличении штрафа, а также в отношении 8 водителей об обязательных работах. Сначала ГИБДД проверяют водителей по своей базе, затем отправляют к приставам. Тем, кто правил движения не нарушает и долгов не имеет, такие остановки неудобств не доставляют. Узнал, есть ли штрафы. Оказывается, нет. Приставы проверяют на все виды задолженности по коммунальным платежам, долги банкам, алименты, штрафы полиции. Заплатить можно на месте. А сейчас вы что хотите, меня машину что ли арестовать? Так о чем тогда дело? Давайте, я могу сейчас один штраф оплатить. Если он действительно хочет оплачивать свою задолженность, мы можем на месте выписать ему квитанцию об оплате. Он оплачивает нам, получает оригинал квитанции себе на руки, расписывается в нашем квитанционной книжке, оплачивает данную задолженность, и этот штраф, взысканная задолженность, мы перечисляем в дальнейшем организации взыскатель. Процент водителей-неплательщиков оказался невелик. В среднем должником оказывался каждый 10-й остановленный водитель. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.